Ассаламу алейкум, урматы мусульман біртуғандар, бардыңыздарға Алланың рахматы райымын бері болсын, жүрегіздің түпкі тамырдан пайғамбарызға салам салаваттар болсын. Пайғамбарыз хадистің мағынысын айтат, кем Алланы тапсал барын тапты, кем Алланы жоғытсал барын жоғытты дейді. Бүгін күгінде біздің мұна туғаныңыз, Алланы тауып мусульман болу отырат, бізі мусульман болуғанына байланышты қырғыз мусульман біртуғандардың атынан, байкерлердің атынан, қырғыз елінің атынан біз ұлтыман біртуғанымызға себеп аймас болсам айтқан, өзіңе қалаған жақсылықты біреуге қаламай толық мусульман бола албайсың деп. Мусульман болған біртуғанымызды сразу ле Құдай бір жоқ бізімен бірге, біздің ең жақсы көрген жеріміз ұйық Мекеге, Кабаға, Алланың үйіне кетіп отырамыз. И мы тоже хотим, чтобы ты тоже вместе с нами поехал, там виделся, там мусульмане со всего мира приедет, иншаллах. Известные все мусульмане люди, они тоже будут, наверное, рады, иншаллах. Ошого мусульмандардын атынан, бардыгыбыздын компаниябыздын атынан, лидер Умаранын атынан бир тууганыбызга сертификат тапшырып отак, иншаллах, бардыгыңыздардын атынан. Вот тебе, брат, поздравляю, иншаллах. Вот там месяц Рамазане, иншаллах, вместе поедем, иншаллах. Ассаламу алейкум. Еще я пару слов добавлю, да, вот Аллах соединил твое сердце крепкой связью с мусульманами, да? Иншаллах, по-русски, дуа алып койлу. Как говорится, кто ищет, тот находит, да, то ты истину нашел, иншаллах. То мы в этот великий день, месяц Рамадан, что мы, иншаллах, будем вместе. Да. Моему другу тоже вот самый, как можно, как правильно говорится, крестный отец, украта сын, сэвкер болон. Виртуануска. Сачке сэвкер болон, иншаллах, мусульман болон. Мусульман болон, это чем салым кылды. Сізге терең разышылык, Аллахым разы болсын сізге. Ты тот человек, который будет годиться, каждый мусульманин будет брать пример, да, с тебя. Давай, чтобы ты во благо общего, Аллахтын алдында чоң кызмат кыл. Негизи ошо досмияда чогуу машыгабыз, чогуу машыгып жүрүп анан өзүн карасак аябаганда праведный экен, жакшы сапаттары бар экен. Бекбар дегенде өзүнүн сүйүктүү байкебиз бар, ошого отуруп, столго отуруп түшүндүрүп берип отурганбыз анан өзү кадетип негизи чечип мен мусулман болгум келет деди. Анткени бактылуулук бул ислам дининде эле экен деп мен ошону түшүндүм. Мусулмандарды көрүп атам, кандай мамиле кылгандары кандай, элдерге болгон мамилеси. Негизи эле бул ислам бул инструкция жизни экен деп айтты. Адам баласы төрөлгөндөн өлгөнгө чейин кандай туура жашаш керек. Ушуну көрүп эле мен динге кирдим дейти. Анткени Алланын кудуретинен башка кудуреттүү зат жок деп өзү айтты. Значит, он родился мусульманином, иншаллах. И бунун аты азыр Владислав эмес болду, өзүнүн атын өзгөртти, иншаллах, атын кандай койдуңуз? Бахрул Ислам. Бахрул Ислам. Ислам деп атасаңыздар болот. Бахрул Океан. Океан Ислам. Все мы должны прийти к этому. Это истинный путь. Коран — это книга жизни. Мы все должны быть мусульманами 24 часа в сутки, а не только 5 раз в день, когда мы читаем намаз. Читайте намаз 5 раз в день, просыпайтесь на тахаджуд, делайте дуа за наших братьев, за весь мир, во всем мире. Аллах Таала Куранын маанисин айткан, биз жендер менен инсанды жараттык бир гана максатта деп урматтуу кыргыз элим, максатыбызды табайык, Аллага кулчулук кылайык. Ким дин менен жашаса, эки дүйнөдө бактылуу. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху.